Здесь говорится, все эти не провинившиеся, но признающиеся, как бы приободрившиеся, но поминутно впадающие в уныние, не уступающие друг другу в стремлении осмыслить происходящее, но ни черта не понимающие, влачащие поклажу собственных надежд и утверждающие, что все потеряно, то запаздывающие, то приходящие раньше времени, колышущиеся от слабого ветерка и упорствующие в собственных заблуждениях, полагающие, что все позади, и переминающиеся с ноги на ногу в ожидании хоть каких-то перемен, ну, полно уже пора остановиться. Совсем другой голос. После этого его как будто подменили. Ходит тихий, такой благостный, все чему-то улыбается. Другой голос. Ну все, теперь начнется. Только ты-то хоть молчи, не лезь. Так вот представьте себе, с неизменной своей улыбкой прошел он через все эти круги. Не человек, уникум какой-то. Сколько живу, таких не видел. Другой голос. Да он ее, между прочим, тоже терпеть не может, так что вы зря. Другой голос. Да нисколько вы мне не помешали, уверяю вас. Сейчас вот только точку поставлю. Другой голос. Облаков, несуетная, поступь, как там дальше, не помните? Да, давно это все было. Другой голос. Посмотри как-нибудь внимательно на его всегдашнее выражение лица, на эти вымученные улыбочки. Послушай эти жалкие речи, может быть, ты и поймешь тогда, каково мне было все эти годы. Другой голос. Сейчас будет самое трудное. Держитесь, коллега. Так, вы не ушиблись? Ну и слава богу. Так вот, я продолжаю. То самое лето было натюрмски жарким, пыльным, засушливым, одним словом, адское какое-то лето. Не лето, а лето какая-то, простите за каламбур. Так, а я, кажется, все-таки задел. Другой голос. Послушайте, от ваших дьявольских фантазий даже как-то не по себе становится. Вас послушать, так и жить не стоит. Другой голос. Если хотите, можете проводить меня. Ну, хотя бы до станции. Хоть чуть-чуть вы джентльмен, я надеюсь. Другой голос. Сначала приведи себя в порядок, посмотри, на кого ты похожа. Другой голос. Значит так, никуда ты сейчас не пойдешь, а немедленно разденешься и вернешься за стол. Это раз. Второе. Чтобы никаких так называемых страданий я на твоей роже не видел. Третье. Всякому, кто осмелится в твоем присутствии хотя бы отдаленным намеком, но сам понимаешь. Это тебя, надеюсь, устраивает? Ну, раздевайся, раздевайся, не дури, старенька. Другой голос. Куда ж теперь пойдешь? Отовсюду гонят, везде попрекают, повесятся, что ли. Другой голос. И что же прикажете делать?
назад пути нет, это ясно. Оставаться на месте? Но нет, это не по мне. Так значит, навстречу судьбе? Ну что ж, я готов. В зал. А вы что же молчите, не останавливаете меня, не утешаете? Ведь одно человеческое слово может иногда спасти от гибели. Впрочем, что это я говорю? С кем это я говорю? Прощайте. Сцена. Ночь на даче. Хрипло в отдалении гудят поезда. Очень холодно. Другая сцена. Разгар лета. За сценой песня деревенских девушек. Другая сцена. Стол накрытый для чая. Самовар, баранки. На спинках беспорядочно расставленных кресел пледы, плащи. Во всем какое-то легкомыслие. Другая сцена. Гостиная в небогатом доме. Сквозь тяжелые шторы приглушенный свет. Множество цветов в вазах всевозможных размеров. Героиня стремительно входит, держась пальцами за виски. Почти без чувств падает в кресло. Рыдание. Другая сцена. Веранда, благоухающая цветами плодовых деревьев. Два кресла-качалки. Одно из них слегка покачивается, из чего ясно, что кто-то только что вышел. За сценой голоса. Взволнованный женский, успокаивающий мужской. На сцену никто пока не выходит. Звуки приближающейся грозы. Внезапно темнеет. Совсем другая сцена. По оформлению сцены ясно, что погода с утра стоит отменная. Вчерашний порывистый ветер утих, унеся с собой рваные остатки сплошной безысходной хмури. По освещению сцены ясно, что на душе у героя, шаги которого уже слышны за сценой, чисто, светло и немного грустно, как в лучшую пору юности. По внезапно наступившей тишине ясно, что в жизни героя наступает едва ли не самый решительный момент. Однако родившийся в недрах абсолютной тишины шум незаметно нарастает. Он все нарастает и нарастает, постепенно становясь невыносимым.
Занавес. Браво! Виктор Минстейн, Роман Столлер, я хочу отдельно Рома поблагодарить, потому что когда возникла вот эта идея сделать такое выступление, то в общем Рома помог все это превратить в реальность. Спасибо.